Волочкова сказала: «Я приду, но если вы не будете меня стебать». Если кто-то считает, что это не стендап, скорее всего, он очень ограничен. Ничего нового даже для себя в комедии они не делают и, по-моему, остались где-то в прошлом. Надо на самом деле просто взять и подумать, типа, или тебе грустно? Привет, меня зовут Соболев Илья. Специально для «Гламура» я решил ответить на вопросы, которые мне задают мои подписчики. Как бы ты оценил свое чувство юмора от 1 до 5 и почему? От 1 до 5? 5. Потому что оно блестящее. Но люди думают, что 3. Ну, они не врубаются. Как изменилось твое отношение к жизни и к творчеству за последние 10 лет? Я стал... Никак, кстати. Я, как и 10 лет назад, что-то экспериментирую, что-то делаю, хотя меня никто не просит. Пытаюсь кому-то что-то доказать и пытаюсь что-то придумать. Хотя вроде можно, занимайся, вот что получается, но нет, что-то хочу всегда куда-то, как и 10 лет назад, что-то сделать еще. Какой выпуск «Прожарки» тебе показался самым смешным? Мой любимый выпуск с Мартиросяном. Смотрел его с огромным удовольствием пару раз. А вот и он. А вот и Гарик. Поменялось ли твое мнение о ком-то из звезд после «Прожарки»? Да, о тех, кто не хочет приходить. Но все, кто пока не пришел. Потому что мы очень много кому предлагаем. Но почему-то... Одна Волочкова сказала: «Я приду, но если вы не будете меня стебать». Какое шоу русскоязычного ютуба ты считаешь самым смешным? Самое смешное, самое интересное, скажу так. В ютубе сейчас переизбыток смешного. И это смешное сейчас везде. И мне кажется, зрители чуть-чуть уже перепутали и уже даже не понимают, что смешно, а что просто они смотрят на автомате. Скажу самое интересное лично для меня. «Подземелье Чикен Карри». Я с огромным удовольствием, находясь особенно внутри, играю в него. Не знаю, как со стороны это смотрится, потому что я со стороны его ни разу не смотрел. Но вот там, находясь, я не был, я везде мог, где был. Но вот такого реально живого интереса к происходящему я не испытывал нигде. Только «Подземелье Чикен Карри» — мой любимый юмористический проект. Кто самый недооцененный комик России? Недооцененный? Ой, у нас куча переоцененных. Но недооцененных я даже не скажу. В принципе, мы всех знаем, они все вот везде лежат. Их так много стало. Стало ли тебе сложнее создавать юмор после громких уголовных дел из-за шуток? Стало сложнее. Но я нахожу, кстати, другие способы шутить. Музыка. У меня сейчас трек музыкальный вышел один, второй скоро будет. Ну вот то, что вышло сейчас, он не про юмор. Но написанных еще много, они про юмор. Поэтому я всегда ищу способ, как в любых обстоятельствах найти смешное. Были ли шутки, за которые тебе до сих пор стыдно? За которые мне стыдно? Не, мне не было стыдно за шутки. Если кого-то шутки мои задевали, и они это выражали публично. Я всегда говорил «сори», всегда извинялся, говорю, я не хотел тебя шуткой обидеть. И я не считаю это чем-то плохим, если кого-то конкретно шутка задела. Люди, к сожалению, совершенно разных каких-то внутренних настроек есть, и ну окей. Поэтому считаю, что любую шутку, которая, если вдруг кого-то обидела, ну окей, сорян. Но мне было никогда не стыдно за шутки, потому что я их стараюсь осознанными делать. Твоя жена обижается на твои шутки? Ну, она говорила, какие-то ей неприятные бывали. Я их убираю просто и не произношу. В основном нет. Другие стендап-комики говорят, что ты делаешь не стендап. Как бы ты сам описал жанр своих выступлений? Кто-то считает, что это не стендап, но... А что такое стендап? Ну, типа, это когда ты стоишь грустный и жалуешься на свою жизнь, или когда ты прыгаешь по сцене и
пародируешь кого-то, или когда ты в кожаных штанах и кожаной куртке расстегнутой шутишь про член. То есть тут так много граней у этого жанра. И если кто-то считает, что это не стендап, скорее всего, он очень ограничен в своем кругозоре. Твои любимые комики? Мои любимые комики. Эдди Мерфи, Джим Керри, Джордж Карлин, Робин Уильямс. Я очень люблю наблюдать за путями комиков. У каждого он свой, и когда человек, не изменяя себе, приходит через несколько лет к себе же, но в другом каком-то качестве, но глобально в одном и том же контексте, контексте комика, для меня это показатель профессионализма. Есть комики, в основном в России, кто начинал еще до нас, которые к сегодняшнему дню, к сожалению, уже себя исчерпали как комики. И хотя до сих пор кто-то их такими считает. Ничего нового даже для себя в комедии они не делают. И, по-моему, остались где-то в прошлом. И вот это мне печально, потому что они когда-то были действительно очень талантливы и примером для многих считались. Многие ими вдохновлялись. А комики, например, западные там, ну, для меня, вот, например, Уилл Феррелл — это просто какой-то такой пример человека, который в контексте своей комедии вот все много-много лет идет к чему-то, и это по-прежнему... Я его называю комиком вот прям стопроцентным. Ну, вообще, женский стендап, вот этот вот проект, он показал, что женщины в стендапе... могут быть ярче даже мужиков. И самой смешной, кого назвать самой смешной женщиной? Мягкова Ирка, она такая прям мать комиков, царица комедии женская точно, да и мужской. Знаю, сколько она мужиков, мужикам скольким дала дорогу и возможность называться сейчас звездами. Зоя классная. Кстати, Зоя Равицына классная. Ира Приходько классная. Земфира. Твой самый безумный поступок? Я однажды занимался сексом в фонтане напротив администрации одного города. Хотел бы ты попробовать себя в другом формате, не связанном с юмором? Надо не бояться шутить на разные, в разном формате, на разные темы. На не останавливаться, если у тебя что-то получается, искать там, где у тебя не получается. Надо практиковаться, не бояться тратить себя на то, что, может быть, кажется, что не получается. Но в этом, в упорстве, есть шанс найти что-то новое. В огромной куче нечистот можно найти маленький бриллиантик. Этого будет достаточно. Когда тебе грустно, как ты вытаскиваешь себя из этого состояния? Иногда никак. Иногда просто грущу. Грущу там, неделю-две, играю в компьютер, пытаюсь что-то читать, но иногда просто не получается, и вот грущу. Пью зверобой иногда. Это антидепрессантные, такие травки. Ау! Да. Слушай, знаешь, что я тебя хотел спросить? У тебя есть сейчас секунда? Да. Это дети у тебя есть? Дети рядом, да? Ты не на громкой? Не-не-не-не, я отдал. А ты у тебя, ты мне скажи только честно, у тебя бывает такое настроение? Конечно. Ну и что делать? Ну, в каком плане? Что, типа, все в дерьме? Ты что делаешь, когда ты типа такой грустный? Все грустно. Ну слушай, надо на самом деле просто взять и подумать, типа, или тебе грустно? И типа, какие плюсы от того, что у тебя есть? Тебе грустит, есть? Что тебе грустит? Не, ну бывает, вот у меня бывает сезонное. У меня бывает типа осень и весна. Это, типа хандра, да, хандра, да, все да. Это понятно. То есть, у меня еще бывает, когда игра. Да, понимаешь? Такая тоже. Такой немного. Ну, короче, надо выделить время для себя. Мы же для себя почти не живем же, нихуя.
Угу. Я медитирую в саду, я там что-то копаюсь в земле, знаешь, для меня это какая-то такая. Ты в тачках, наверное. Ну, наверное, да. Ну, но да. Вот в тачке 100 лет не было. У меня вот сейчас как назло. У меня сейчас, если был бы Марк под плечами, я его отвез. Если бы у меня сейчас был под рукой, я бы поехал бы поворотник поменял, потому что у меня под голову очень давно. Я бы сейчас так кайфанул, релаксанул бы сейчас, если проводочки перебирал бы. Ну, подрочить, конечно, тоже нормальная история. Опять целом, дрочить? Опять. Я только на этом и сижу. Это мой антидепр. Ты такой классный пацан, все тебя знают, а ты такой сидишь угрюмый. Да. И такой, ну, у всех бывает. Но потом такой, говорю, в сухом остатке ты сможешь, типа, из-за чего я расстроился, просто, чисто, просто, и настроение, ну, пусть побудет, и настроение, ничего страшного, может быть, похандрить, ничего страшного вообще, типа, всегда улыбаться, что ли. Ну, хотя я, конечно, стараюсь всегда, в принципе, от небольшого ума я особо не сильно расстраиваюсь. Mm-hmm. Типа, у меня... Ты не успеваешь это так глубоко проанализировать, типа, ты не знаешь этих слов. Да. Александр Гудков или Иван Ургант? Ургант. Данила Поперечный или Руслан Белый? Поперечный. Смешарики или фиксики? Я посмотрел больше фиксиков, наверное, да. Наверное, фиксики тогда. Переходите по ссылке на новое видео Гламура, где я отвечал на вопросы подписчиков.